Хиштик Пикосельдом. Ура, бинокль. Я точно не увижу голого мальца. Какого пика? Пика не тереби, а ревата шибы. Ура, кафе. Какого пика? Думаю, вам стоит играть вместе. Мужская дружба – это чудо. Ура, мороженые. Я люблю мороженые. А нет, у нас нет салфетки. Хиштигизок в помощь. А нет, дождь. Тебе срочно нужно надеть платье принцессы. Но я мальчик. В рот мне пика так и есть. Хиштиг в рот мне пика. Ура, пика. Кто я для тебя? Какого пика? Ты глупый. А нет, я глупый. Косички отрезал, прическа отстой. Пика. Ты глупый. Ладно, пошли купаться голышом. Хиштиг пика с воды не только. Не пойми, что куда когда. Ура, новый друг. Думаю, вам стоит играть вместе. Мужская дружба – это чудо. Это мой чердак. Отсюда я палю сеструху за ее тайным делом. Самое время печь кексы. Какого пика? Хиштиг кексы. Ура, велики. Какого пика? Хиштиг от пикачества. Ура, дофига одежды сеструхи. Ура, переодевашки. А нет, самое время. Не пойми, что куда когда. Ура, ура, новый друг. Давайте просто употреблять пика. Ладно. Хиштиг пика три бутылки. Что ж, это было странно и мозговыносяще, по крайней мере, вышло почти в двух словах. На стриме был уговор, так что ловите, все любители семейных аниме. Короче, за мои мучения с вас лайк и подписка. Всем пока, я вас люблю.